приятель Коля Жаров, пьющий бард не очень старый, на расстроенной гитаре тихо пел свои люли. И вот однажды он напился, ясно дело отрубился, и во сне к нему явился и сказал ему: пошли. Федор Конюхов, Федор Конюхов, мореплаватель и плотник, академик и герой. Федор Конюхов, Федор Конюхов, мы за нашего героя пользуемся мы горой. И пошли они направо, и закон кричали браво, а жена Колян Клава их пыталась проводить, но увидев на витрине в придорожном магазине очень вкусные мартини, Клава стал тормозить. Шаг второй, десятый, сотый, 35-й литр пота, ох и тяжкая работа по родной стране шагать. В Ираке реки раки, реже смех, а чаще драки, то дворцы, а то бараки. Ну, короче, благодать. На четвертый год похода тишь да гладь одна природа, никакого нет народа, все сибирская тайга. Коля жаждой утомимый просипел: скажи, родимый, а может, не туда пошли мы? И сказал ему: Федор Конюхов, мореплаватель и плотник, академик и герой. Федор Конюхов, сам Федор Конюхов, мы за нашего героя пользуемся мы горой. И пошли назад герои, солнце скрылось за горою, вышло раннюю порою, а потом опять зашло, и пошли они добравой. Им опять кричали браво, их встречала вместе с Клавой сторожавшее бухло. Ну, короче, сразу сели, ну, короче, песню спели. Коля с Клавой только пили, Федор только закусил. Коля спел про перекаты, про таежные закаты. И опять про перекаты спел, допил и вдруг спросил: о чем мы уходили, о чем мы ноги били, по родной стране бродили без питья и без еды. Федор глянул за окошко, отряхнул с ветровки крошки и, огладив бороденку, он промолвил: слушай сюда, вот зашел ты в чащу леса и забыл о всяких стрессах. Отсутствие прогресса, это ж счастье пора. Ни властей, ни депутатов, ни богемных демократов, никаких других пиратов, нету телевизора. В общем, или вот возьмем, к примеру, возраст для пенсионера. Это ж чистая химера. Кто ж до туда доживет? Старички кричат: Асанну, а тебе по барабану. Ты плывешь по океану, ну а времечко идет. В общем, дорогой мой Коля, а будь на то моя бы воля, еще в начальной школе всех отправил бы ходить. И плевать, что не погода, в жизни главное свобода. За нее и за природу даже можно и налить. И опять запелись песни, с каждой рюмкой все чудесней. И народишко окрестный потянулся до двора, и сомнения рассеяв, он подумал:
Михея, откликть Моисея. Ну, а вслух сказал: пора. Кто? Федор Конюхов, Федор Конюхов, мореплаватель, плотник, академик, герой. Федор Конюхов, Федор, Федор Конюхов, мы за нашего героя полем, лицом и горой, мы за нашего героя всенародную толпой. Это я еще куплет выкинул.